Всем привет! Сходила по магазинам, прошлась, купила хлебобулочных изделий, сушку, такие булочки. Только что попривозили. Взяла еще пачку гороха, 4 сардельки, черный хлеб, батон колбаски Артему. Вот такой батончик завесил, ну тут уже цена есть, с вершками теляча. ДСТО, кусок твердого сыра и кетчуп. Да? Мы с Боней гулять ходили. Вот это вышли, прогулялись. Всем привет поближе. В лес уже с ней не пошла, потому что клещей вообще тьма тьмущая. Я же говорю, на себе словила и на Боньке. Не хочу больше в лес. Мы вокруг дома. Потом сходили на рынок. Базар у нас закрыт на карантин. Там сбоку магазинчики там привозят им товар. И они открыты. Несколько штук. Вот, вот это все, что купила. Завтра на сутки. Тут думаю, чтобы Артему было какие-то бутерброды, там сардельки. Сейчас сварю покушать. И на завтра им будет что. Но пока магазины еще не все закрыты, работают. В гарнизоне, конечно, людей уменьшилось по сравнению с прошлым разом, когда я показывала. В разы. В разы. Прям никого нет. Где-нигде гуляют собачники с собачками, с такими разными. Одинокие мамочки с колясками тоже сами гуляют, не с компашками. Ну так, одинокие прохожие, где-нигде. По делам видно, кто кому надо было. Мы так с ней хороший круг по гарнизону дали. Я ее чуть нагоняла, сейчас она покушает, будет спать. Боню я тоже приношу домой, не просто там помыла ей лапки, я прям в тазик набираю воду, мыльную, такую концентрированную, и хорошо ее мою. Лапы полностью, пузо, попку, все на свете. Бонька у нас тоже стерильная. Вот, уже проголодалась, пошла кушать мясо. Так что без паники, будем живы, не помрем. Там мне пишут, что я без маски хожу. Так я ж на улице хожу. Я в лесу гуляла, там никого нет. Со мной компания не ходили. Там загорали. По этому делу компашки были. А в лесу на свежем воздухе можно ходить без маски. Дома проветривать. Ходить на свежем воздухе, гулять, только не контактировать, пока это еще не запрещено напрочь. И хорошо мыть руки с мылом. Даже если вы целый день сидите дома, никуда не выходите, все равно периодически идете и моете руки с мылом. Три главных правила. Это как по мне, я такой выставку забыла. Дезинфектанты дезинфектантами. Антисептики, вы же не касаетесь, что вам антисептик? Это нам надо на работе антисептик, так как мы работаем с биологическим материалом. Вы себе руки с мылом моете и будете счастливы. Купили хлорку, белизну, делайте дома дезинфекцию в подъезде. Я, кстати, сейчас иду в подъезд, тоже запшикаю все перила, вам покажу. Это то, что рекомендуют. Это не я придумала. Проветривать, гулять на свежем воздухе, только не с компаниями и меньше там с кем общаться. Ем яблоко. Так что мы с Боней нагулялись. Сегодня она два раза гуляла, ей хватит. Сейчас пойду подъезд дезинфицировать. Вот у меня такой раствор. Уже видите, это уже у меня вторая бутылка пошла. Идем на подъезд. Боня бежит за мной. Охранница. И вот так начинаем забрызгивать перила. Мышегрязные руки. Есть вероятность подцепить инфекцию. Так вот хорошенько забрызгиваем. Бонька нервничает. Можно так забрызгать, оставить. А потом просто пройти и вытереть тряпочкой. И не ждите, что Жек придет и сделает вам дезинфекцию. Сами вышли и все напшикали. Таким вот образом. Левой рукой немножко неудобно.
Но все равно. Я уже их полностью брызгала сегодня утром и вот сейчас в обед. Так. Двери вот здесь побольше, где контакт. Ручки дверные обязательно. Все. Соседи жалуются, что воняет хлоркой. Ну, пусть лучше воняет хлоркой, чем коронавирусом, правда? Все. Это я уже все тоже дезинфицировала. Нормально. Вот они сейчас такие мокрые. Вот так. Все. Продезинфицировали. Пусть сохнут. Ручки. Здесь тоже. Здесь я вытру потом тряпочкой. Иди сюда. Это кто тут? А ну, сейчас будем дезинфицировать Боньку. Так, здесь у меня тоже. Но это не это средство. У меня другое здесь налит антисептик. Кто приходит, сразу вот так полунажатие и моют руки. Сейчас вытираем ручки. Так, хлоркой напшикали и вытираем с одной и с другой стороны. И здесь то же самое. Так. Ничего белое не будет, не переживайте. Белое — это не самое страшное. Ты меня ждала, овчарка? Выйти хвостиком уже крутила. А Грета занюхала аромат хлорочки. Ей очень нравится этот запах, да? Угу. Гретуха, вот они у меня тут две козы отдыхают. Да, Бонита? Бонита. Две подружки, две подружки. Хвостом, хвостом крутит. Боня, а где Грета? А где Грета? Так, сиди, не прыгай. Сиди на пледике. Сиди здесь, сиди. Сиди. Тоже любительница хлорки, да? 14.00. Все. Пусть вот в окошко сзади себе смотрят, сидят, а любуются. Окна потом будем мыть, потеплеет. Сейчас запрягаюсь на кухню, поэтому хочу время, чтобы зря не тратить. Вечером не хочу уже ничем мазаться, каким-то кремом. И до свидания. Нанесу маску, она подсохнет. Ой, у меня там в комментариях спрашивают, а что вы маски не надеваете? Светлана у меня спрашивает. Светлана, приветик вам. А я пишу, зачем маска в лесу? Типа, она мне пишет, ну, маски на лицо, уход за лицо, эйвонский там. Я пишу, не, все делаем, работаем над своим обличьем. Все как не может быть, просто не показываю. Ой, уже печет. У меня на эту маску есть отдельное видео. Такой тест-драйв. Сейчас вам покажу, как это ее показать. Я эту маску и на руки сейчас наношу. Кстати, она на руках, не знаю, как на лице, на руках дает отбеливающий эффект. Вот эта масочка. Это, по-моему, американский бренд. С авокадо, грейпфрутом, она идет очищающая, отбеливающая, как по мне. Я уже не помню там, что пишут. Я ее и на руки наношу, потому что ее тут много, а срок годности подойдет к концу и до свидания. Печет, печет. Я ее наношу два раза в неделю сейчас. И там у меня еще гималаевская с фруктовыми кислотами. Так как я уже на улицу сегодня не пойду, мне аж завтра утром на работу, с утра еще солнца нет. О май гад, как она печет. О, в прошлый раз не так пекла. Все, сейчас она чуть подсохнет. И руки вот так обработаем. Сколько ее тут чуть-чуть на руки надо? Они сейчас будут сухие, белые сразу. О, надо какой-то вентилятор ставить. И все, запрягаюсь на кухню. Сейчас буду варить суп.
Может, какую-то кашу им сварю. Гречки ж накупили. Ой, не могу, начиталась эта информация, насмотрелась. Люди пишут, да, у нас народу главное что? Гречкой затарились, туалетной бумагой затарились. Почему туалетной бумагой, а не мылом? Я не могу понять. Ну ладно, не важно. Все хотят умереть на неделю позже, так как много еды. Запасы стратегические есть, да, то есть мы умрем попозже, вот насколько нам хватит запасов, вдруг, а если что, апокалипсис, да, и с чистой жопой, извините за выражение. Вот это у нас такая политика народная. Фу, все, смываюсь, не могу. Ой, как печет. Руки нет, руки не пекут, а кожа лица, такое чувство, я даже не могу вам описать. Даже как не ожог, а так щиплет, как кислота. Но она хорошо очищает кожу лица, она мне нравится. Я ей пользуюсь и буду пользоваться. У меня уже тут осталось ее меньше половины, этой маски. Классная. Только я не понимаю, зачем они так ее большой такой делают этот объем. 170, здесь бы и 50 хватило. Ее ж не каждый день ее использовать. Ее надо, да? Смываю. Ой, а как течет. Я даже не дождалась, чтобы она у меня полностью высохла. И наносила я ее не кистью, а руками. Потому что если кистью, ты так тоненько не разнесешь. И будет красное лицо. Вот, щеки уже красные. Печет. Еще течет. Так, смоемся и будем працювать. Ну, сегодня, да, сегодня на улице у нас прям людей, можно сказать, и не было. По сравнению, как в прошлый раз, и пенсионеры шарились, а сегодня нет. Сегодня никого. Дедушка у меня тоже сидит дома. Ему сказали на работу не ходить, запретили, иначе будет или штраф, или там что-то такое прям страшное, не знаю. Он сидит дома, только ходит в гараж, там что-то в железках своих ковыряется. Ой, фух. Да, вот такое чувство, как будто бы горячей водой или маслом капнула на кожу, оно сразу такое, как в жар, как, а потом начинает сжечь. Вот точно такое на губах. Все вроде смыло. Сейчас вернусь. Еще раз вам покажу, может кто-то захочет приобрести. На мейкапе она есть, там есть разные. Интернет-магазин мейкап. Фух. Как ее в руки беру, так Катю вспоминаю. Спасибо тебе, Катя. Подруга моя боевая. Беру сплэш-маску от Avon. Знаете, что-то я как-то к ней так относилась. Никак. Вот хотя там некоторые девочки ее и хвалили, и то, и все. Я такая думаю, да ну. Ну что это там та сплэш-маска? Не хочу. Вот как-то у меня рука к ней вообще никак. Никак. Я как этот, тавтолог. Ну ладно. А потом где-то прочитала, услышала отзыв, посмотрела. Смотрю, так девочка прям ее хвалит. А у меня она стояла в запасах. У меня же запасы, ого-го. И я думаю, закончилось у меня все. Крем мой от Ив Роше, сыворотки, все закончилось. Нечем возюкаться, гель алоэ вера. Никакие больше крема не хочу покупать, пробовать, ничего не нравится. Я вот зелененький свой крем заказала, жду, буду. Этот, от Ив Роше этот зеленый. На руки остатки. И думаю, открою эту сплэш-маску. Ну, попробую. Девочки, во, мне понравилось. Классно. Нет, если в Эйвоне какое-то говнище, то я и говорю, что это говнище. Классно. Чем классно? Сейчас расскажу. Умылись каким-то гелем своим, там, пилингом, шмилингом. Умылись, лицо просушили, на руку налили. И сюда. Похлопали. Да, она немножко липкая. Вот сейчас она впитается.
Она как вместо сыворотки, даже вместо крема, вот летом, когда жара, не хочется эти жирные крема на себя возюкать, чтобы оно вот это все салом таким смальцем с тебя стекало, да. Взяли вот такую вместо сыворотки, сыворотки же стоят, угу. И все, вот сейчас она еще чуть-чуть, она будет впитываться. Фу, жарко. Впитается, и я даже больше ничего не наношу. Хватает. Зачем вот это 35? 10 ступеней китайской медицины на себя. Нафига оно надо? Поставила в ванну вот такой от Faberlic мист для тела витаминный. Прям там кладезь витаминов, да? Киви, авокадо. Взболтали. Перемешали все ингредиенты. Так, напшикали на себя. Такой свеженький летний аромат. И все. И аляулю. Еще чуть-чуть прилипает. Вот она до конца впитывается, вот эта сплэш-маска. И все. И лицо мягкое, гладенькое, ни одной морщины. Смотрите, ни одной. Все разглаживает коллагеном, там, вот этими всеми белками. Все так, ботокс. И все. Смотрите, ни одной. Прыщи, да, морщин нет. Все. А теперь с такой красной нарядной мордой запрягаемся на кухню. Ну, это после маски такое лицо. Ну, что. Все, смотрите, ни одной морщины. Вот я успокоилась, все. Видите, все. Аляулю. Так, что у нас тут на кухне? Армагеддон? Армагеддон. Сейчас приступаем. Я кручусь. Свет, свет надо словить. Ой, сейчас упаду. И все. И начинаем, начинаем працювать. Раз, два, три, четыре, пять. Какой-то огрызок укусить. Маленький перекур. И за работу. Я придумала. Я им сейчас сварю кастрюляку горохового супа. Чтобы они меня долго вспоминали. Угу. Посуду я перемыла. Мне сварить суп, какую-то кашу. И пусть едят. Бонни ешь уисты. Грете мы корма купили 3 тонны. Так что все. Доедаю яблоко и вперед. Сама себе, знаете, время оттягиваю, оттягиваю. Лишь бы ничего не делать. Все, девчонки. Все делаем. Маски, хренявски. Все. И липосакцию. Вот так вот без липосакции не нужна почти. Вот так. Еще маску не вытерла. Так что до следующего включения. Что-то будет новое, интересное, расскажу. Надо мне снять видео с распаковкой в Роше. До сих пор стоит коробка нераспечатанная. Всем пока-пока. Будьте здоровы, не болейте, берегите себя и своих близких. Всем пока.